гербарии из детства. Кленовый желтый лист, с ним красный по соседству, повернутый лишь вниз. А дальше от осины, акации, дуба пестрят, как в карнавале, из молодежных клубов. Как собирали, помню, кладя портфель на лавку, они от нас летали, ложась тихонько в свалку. Их дворник, провожая, под нос мурлыкал что-то, а веточка ногая грустила одиноко. Бежали по аллее и в воздухе ловили, смеялись, кто ловчее, как игры те любили. Хвалились друг при другом, чей краше, чей нарядник. Передаю по кругу учительнице нашей. Тот листопад из детства, немного обветшалый, нагонит вдруг слезинку из глаз моих усталых. Нахлынувши потоком, воспоминания сладкие, и лица молодые плывут все по порядку. Вот Танечка, подруга, сидели с ним и рядом на сцене пестрым лугом, аплодисменты градом. Мы осень провожали всем классом каждый раз и листик рисовали, прищуривая глаз. Прогулки наши в парке под гиканье и смех, а позже обнималки не на виду всех. Был парк чудесный рядом со школой в те года, и веточка в тетрадке, как память, та же, та. Весь класс нас разлетелся, как листья на ветру. Я ветку на аллее тихонько подберу, одну, другую, третью, прекраснейший букет. Его поставлю в вазу, как память прошлых лет. Альбом открою детский и буду рисовать. Глаза зажмурю крепко, чтоб лучше вспоминать, как листики в букете был дружен школьный класс. Я адреса открою, смотреть, кто где сейчас. Моей подруге Тане давно уж нет в стране. Мальчишки, что за нами, в Афгане, на войне. Нет об одном известий, другой лежит в земле. А рыжая толстушка, что справа от меня, теперь соседка, душка, ей в радость ребятня. Они все по наследству наш оглашают парк. Не исключить, конечно, среди мальчишек драк. Я в клеточку косую листочек оторву и напишу, как раньше, кому-то по письму. Теперь прогресс быстрее, и почерк ни к чему, и почтальона с сумкой не встречу на углу. Но так приятно ручкой мне буквы выводить и вспоминать, как в школу я начала ходить. И дальше по порядку всю жизнь свою листать. Засушенный листочек письмо вглашу опять. И как эмблему дружбы кленовый лист в углу я снова нарисую, иначе не могу. Когда его увидят, без надписи поймут, откуда то послание и как меня зовут.